Всем привет! Сегодня собрал для вас очередную подборку полезных инструментов с AliExpress. Ссылки на все товары оставлю в описании под видео. А если что-то заинтересует, то обязательно добавляйте товар в корзину. Ну а тот, кто досмотрит видео до конца, сможет принять участие в конкурсе с очень простыми условиями. Приходится заниматься столярными работами? Для начала следует правильно организовать свое рабочее место. Именно такой многофункциональный стол отлично справится с этой задачей, поможет столярам, плотникам, мебельщикам и другим подобного рода сферам работ. Складная конструкция стола даст возможность транспортировать его к месту производимой работы, а также удобно хранить его, не требуя много места. Рабочая часть стола оснащена металлическими вставками в виде пазов, которые предназначены для установки зажимных струбцин, помогающих надежно закрепить на столешнице любые заготовки для обработки или склеивания. Благодаря идеальной продуманной конструкции и надежным металлическим распоркам, стол, имеющий вес около 11 кг, может выдерживать довольно значительные нагрузки – до 140 кг. Есть один минус – это стоимость доставки. Учитывая этот факт, лучше купить данную модель стола в пределах своей страны. А с таким чудо-инструментом вам не приходилось сталкиваться? Если вам приходится заниматься обработкой дерева, этот ручной фрезерный электроинструмент станет для вас надежным помощником, так как позволит снимать фаски с обработанной кромки, делать шпоночные пазы и выполнять точно посадочные отверстия под петли и другие элементы. Рассматриваемый агрегат обладает мощностью 600 Вт и несколькими рабочими режимами, работает от электросети. Компактный термостойкий вентилятор даст возможность наиболее равномерно распределять горячий воздух от печи, камина и других отопительных приборов по помещению. Причем мощность обдува зависит непосредственно от температуры. Чем больше выделяемого тепла от теплового источника, допустим, камина, тем большие обороты будет выдавать вентилятор. Работает модель благодаря внедрению элемента, который способен вырабатывать электрическую энергию из тепловой. Так что вентилятору не требуется для функционирования ни электричества, ни батарейки. Миниатюрная газовая горелка дает возможность работать с мелкими деталями и даже заниматься пайкой металлов. Прибор позволяет применять сменные наконечники, входящие в комплект, и снабжен прочными термостойкими трубками. Прогрессивная конструкция маленького агрегата дает возможность добиться максимальной температуры горящего выходного факела 1700 градусов. Замечательный набор режущих инструментов, произведенный из высокопрочного карбида вольфрама, даст возможность выполнять обработку материала в самой разной плотности и твердости. Входит в комплект 8 фрез самого разного типа размера, которые помогут при металлообработке разной сложности. Хвостовики фрез имеют диаметр 6 мм, что делает их совместимыми с патронами любых марок шлифовальных машинок, дрелей и шуруповертов. Металлические опорные кронштейны дают возможность изготавливать надежные полки и столы требуемого размера с довольно большой грузоподъемностью. Основное преимущество представленных опорных уголков – возможности регулировки положения, благодаря чему полки можно опускать, если потребуется. Люксметр представляет собой прибор, который дает возможность наиболее точно определять уровень освещения в помещении или же мощность осветительных приборов. Устройство снабжено чувствительным элементом и поэтому обеспечивает высокую точность замеров. Он легко управляется физическим нажатием на клавиши и оснащен большим дисплеем для отслеживания показателей. Многие привыкли пользоваться примитивным степлером, созданным для маленьких скобок. Но если вам требуется более мощный инструмент, способный забивать гвозди, тогда вам стоит обратить внимание на этот агрегат с аккумуляторным источником питания. Он станет незаменимым прибором для строителей, мебельщиков, позволяя не только сэкономить драгоценное время, но и без особых усилий выполнить нужную работу. Устройство способно работать с гвоздями до 50 мм и скобами до 40 мм. На корпусе рассматриваемого агрегата располагается регулятор усилия, позволяющий выставить требуемую мощность
мощность удара по гвоздю или скобе. Производительность такого вот степлера – до 80 гвоздей в минуту. Согласитесь, немало. Аккумулятор, которым снабжен агрегат, литий-ионный, на 18 вольт, емкостью 2000 мА, готов к работе после первого часа зарядки. В сложных ситуациях, когда к месту выполняемой работы невозможно проникнуть стандартным инструментом, поможет этот специальный прямоугольный адаптер. Его применение дает возможность развернуть патрон с инструментом под 90 градусов. Благодаря этому можно выполнять нужный рабочий процесс даже в труднодоступных местах. Данное приспособление рассчитано на работу в паре с гравером. Мини-ткацкий станок – интересное приспособление, которое поможет создавать персональные шедевры ковров, панно и так далее своими собственными руками. После нанесения узора на полотно ворс по желанию можно аккуратно срезать, что позволит получить рисунок с еще более четкими и контрастными контурами. При скорости двигателя 2800 оборотов в минуту агрегат функционирует достаточно тихо, а главное – без вибраций. Скорость рабочего процесса можно регулировать в диапазоне от 5 до 40 стежков в минуту. Высоту ворса можно производить от 7 до 21 мм. Так называемый ткацкий станок обеспечивает эффективную работу и дает возможность трудиться в разы быстрее, чем вручную. Устройство, как и всякий добротный электроприбор, оснащено защитой от перенапряжения, перегрузок по току и от короткого замыкания. Отличное настольное приспособление, которое даст возможность превратить самую обычную болгарку в полноценный станок, предназначенный для резки металла или другого свойства материалов. Специфика конструкции кронштейна позволяет работать режущими кругами диаметром до 125 мм и обладает нужными элементами регулировки для качественной обработки заготовок разных размеров. Насадка, выполняющая роль адаптера, способна с легкостью превратить вашу дрель или шуруповерт в отличный заклепочный инструмент, довольно эффективный, с высокой производительностью выполняемых работ. Не секрет, что в отличие от ручного заклепочника, применение адаптера в союзе с дрелью значительно ускоряет рабочий процесс, уменьшая при этом требуемые усилия. Главной отличительной особенностью рассматриваемого инструмента является наличие двух сменных головок, что дает возможность работать эффективно как с обычными заклепками, так и с резьбовыми. Такие гаечные ключи могут быть успешно применены при работе с самыми разнообразными болтами, гайками и сантехническими трубами. Этот универсальный инструмент имеет возможность раскрываться до диаметра в 60 мм. Рабочий захватный механизм данного ключа изготовлен из стали усиленной, что гарантирует инструменту надежность и долгий срок службы. Благодаря наличию резиновой ручки инструмент удобно держать в руке. Эффективное приспособление, позволяющее использовать дрель в качестве вертикально-сверлильного станка. Наличие двойной фиксации инструмента дает гарантию точности операции сверления, а способность изменения угла кронштейна еще и позволяет сверлить под любым нужным углом. В основании держателя имеется призма, дающая возможность удобно и, главное, точно позиционировать обрабатываемые заготовки. Если вас интересует прибор, выполняющий измерения, то этот инструмент для всевозможных линейных измерений будет вам в самый раз. Прибор способен с минимальной погрешностью не только определить расстояние до интересующего объекта, но и с точностью рассчитать длину, площадь и другие требуемые параметры. Особенно полезным будет инструмент при выполнении ремонтных и строительных работ разной степени сложности.
Дальномер обладает удобной системой управления и ярким контрастным дисплеем. Память устройства хранит до 20 результатов измерений. Стоит отметить, что он не боится ни влаги, ни пыли. Практически любую работу, связанную с винтами, сделает легкой и интересной современная трещоточная отвертка, снабженная вмонтированным механизмом замены бит. Рассматриваемая модель имеет целую кассету бит разных конфигураций, что позволяет ей считаться универсальной. Инструмент обладает усиленной конструкцией, что дает возможность обеспечить максимальную силу затягивания. Не секрет, что для того, чтобы контакт между двумя соединенными медными проводниками был наиболее качественным, требуется или пайка, или обжимные гильзы. Есть и более простой, но при этом надежный способ соединения с помощью термоусадочных гильз. Причем гильзы выполняют сразу несколько полезных функций, а именно пайка проводников совершается при помощи простого строительного фена. Обеспечивается защита от внешних факторов благодаря клеевой полоске, которая при нагреве активируется. Ну а сама термоусадка выполняет роль диэлектрика. Измерительная лента-брелок – аксессуар, изготовлен из легкой нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и надежность, не перегружая карманы. Допустимая длина измерения – 1 метр. Портативная мини-помпа мощностью 15 Вт позволяет быстро и равномерно подкачивать все необходимое. Модель подчеркивается комплектацией с большим количеством сменных насадок для различных задач. Автономность устройства обеспечивает литиевая батарея емкостью 3600 мА и хватает ее на 2 часа непрерывной работы. Этот небольшой металлический столик даст возможность закрепить необходимую деталь и даже установить ее на требуемой высоте. Стол оснащен винтовой подъемной системой, способной поднять платформу на высоту до 15 см. В сложенном виде стол обладает небольшими габаритами, изготовлен он из нержавеющей стали. Звуковой датчик освещения – интеллектуальный элемент системы «Умный дом», позволяющий автоматизировать включение освещения с помощью звуковых голосовых команд. Можно поставить распространенную команду по хлопку. Модель способна распознавать звуки в диапазоне от 50 до 70 дБ и реагировать на них в пределах 6 метров. Настройка позволяет регулировать яркость шагом в 10 люкс. Устройство имеет защиту по классу IP22, что позволяет использовать его даже в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Регулируемый кондуктор для сверления – компактное приспособление, подходящее для сверловки как прямых, перпендикулярно базовой поверхности, так и наклонных отверстий. Модель обеспечивает возможность наклона локатора в пределах 90 градусов. Устройство позволяет регулировать глубину сверления от 5 до 30 мм. Приспособление может использоваться со сверлами от М6 до М12. Изоляционная термоусадочная трубка для литиевых аккумуляторов. Расходный материал, позволяющий создавать изолированные блоки из аккумуляторов нужного типа размера. Термоусадка обеспечивает эффективную защиту от влаги и пыли, гарантирует качественное отведение тепла. Материал предлагается широким рядом типоразмеров, что позволяет легко его подобрать под реальные потребности использования. Цифровой инклинометр – электронный измерительный прибор, позволяющий измерять угол наклона различных объектов относительно горизонта. Модель поддерживает измерения в диапазоне 90 градусов с разрешением 0,5 градуса и точностью в пределах 0,2 градуса. Устройство имеет функцию сохранения, фиксации результатов, оснащено ярким цифровым дисплеем. Для удобства использования прибор защищен от влаги и пыли по классу IP54. Двусторонние сверла.
Профессиональный режущий инструмент по металлу, способный справиться с трубами, листовым металлом, прокатом и другими заготовками. Сверла рассчитаны на высокие обороты, имеют твердость HRC64, благодаря чему могут использоваться с дрелями, шуруповертами, вертикально-сверлильными станками и другим оборудованием. Сверла представлены набором с диаметрами от 3 до 6 мм. Беспроводная циркулярная пила. Электрический инструмент высокой мощности, который может использоваться для резки материалов разных групп и твердости. Модель позволяет менять угол наклона диска в пределах 45 градусов. Ручной механический инструмент предназначен для обеспечения плотного соединения между проводом и наконечником. Конструкция инструмента обеспечивает высокие усилия, благодаря чему для надежного обжима достаточно легкого нажатия. Модель совместима с разъемами RJ45, а также со всеми стандартными модульными штекерами, кроме AMP. Мини-паяльник. Электрический инструмент с электронной системой управления и настройки, который может использоваться для пайки всевозможных электроплат и других компонентов. Девайс может работать в диапазоне температур от 80 до 450 градусов. Модель работает в автономном режиме. Время непрерывной работы – до 90 минут. Дополнительное устройство оснащено встроенной подсветкой. Аккумуляторная ударная дрель LUMVUM – многоцелевой электрический инструмент мощностью 130 Вт, совмещающий функции дрели, максимальная скорость холостого хода 3300 оборотов в минуту, и молотка с обратной стороны модели, встроенная металлическая пластина. Модель создает крутящий момент в 30 ньютон-метр, имеет 21 плюс 1 рабочий режим, может использоваться со сверлами с диаметром хвостовика до 10 мм. Светодиодный фонарик Makita. Портативный прибор с 20 мощными светодиодами, работающий от литиевого аккумулятора Makita 18 Вольт. В комплекте он, к сожалению, не входит. И позволяет освещать большие территории. Номинальная яркость модели достигает 1000 люменов. Одно из преимуществ фонарика – возможность поворота рабочей панели со светодиодами в диапазоне 90 градусов. Кроме прочего, модель оснащена USB-разъемом, через который может подключать и заряжать устройство. Мини-аппарат для точечной сварки. Небольшое настольное оборудование для бытового использования, позволяющее сваривать тонкие металлические пластины методом точечной сварки. Модель имеет бесступенчатую систему регулировки параметров, отслеживать которые можно на встроенном дисплее. Это позволяет применять аппарат как для черных, так и цветных металлов толщиной до 0,2 мм. Электрическая шлифовальная машинка – электроинструмент мощностью 480 Вт, который может использоваться для шлифовки, полировки, сверления, резьбы и других задач. Модель позволяет поддерживать скорость вращения до 30 000 оборотов в минуту с регулировкой в 6 режимах. Прибор совместим с режущим инструментом с диаметром хвостовика от 0,6 до 6 мм. Профессиональная электрическая точилка – универсальный инструмент мощностью 96 Вт, который может использоваться для заточки ножей, ножниц, диаметром от 3 до 13 мм и других инструментов с режущими кромками. Угол головы регулируется в пределах от 15 до 50 градусов. Цепной труборез – универсальный режущий инструмент, который может использоваться для резки пластиковых и металлических труб, диаметром от 19 до 76 мм. Труборез легко управляется, без рывков и закусываний, благодаря чему позволяет резать трубы с минимальными усилиями. Трещоточный мини-ключ. Универсальный инструмент в форм-факторе гайки, который одновременно имеет посадочный внутренний квадрат под ключи, внутренний шестигранник для установки отверточных бит и внешний квадрат для крепления гаечных головок.
Аксессуар имеет небольшой вес, но оснащен надежной механикой, благодаря чему может применяться для работы с метизом разного типа размера. Кондуктор для эксцентриковой стяжки – приспособление для деревообработки, с помощью которого можно фрезеровать посадочные отверстия для петель, обеспечивая точность их расположения. Атрибут рассчитан на фрезеровку отверстий диаметром 35 мм и обеспечивает возможность регулировки их расположения от края в пределах от 3 до 6 мм. Максимальная ширина обрабатываемого деревянного полотна – 25 мм. Битодержатель, способный совершать поворотные действия, станет отличным помощником в ситуациях, когда при помощи дрели или шуруповерта понадобится выполнять работу в наиболее труднодоступных местах. Насадка обладает увеличенной подвижностью и способна сгибаться в пределах 20 градусов. Наконечник оснащен магнитной посадочной поверхностью, что позволяет легко и просто производить смену бит и надежно удерживать биту даже в перевернутом состоянии. Молоток уходит в прошлое? Таким вопросом задаешься, глядя на этот недорогой, но несмотря на это очень функциональный инструмент для процесса забивания гвоздей. Автономный, механического принципа действия. А значит, это то, что для его работы не требуется ни электричества, ни сжатого воздуха. А работает это замечательное устройство посредством встроенного механизма с бойком, взвод которого производится автоматически после нажатия на рукоятку инструмента. Произведено устройство в виде пистолета, обладает удобной рукояткой со ставками из резины, которые препятствуют скольжению рук во время работы. Представленный механически регулируемый стол, наделенный функцией транспортира, даст возможность контролировать расположение поверхности деталей и фиксировать обрабатываемые заготовки при обработке под требуемым углом. Выполнено это полезное и нужное приспособление из алюминиевого сплава и имеет качественный, надежный в работе винтовой механизм регулировки, что позволяет использовать его не только в домашней мастерской, но даже в условиях профессиональных мастерских и на производстве. Представленная низковольтная индукционная нагревательная плата даст возможность использовать низкое напряжение от источника для закалки, отжига и даже для плавки алюминия, меди, серебра и других цветных металлов. Максимальная мощность катушки равняется 1000 Вт. Этого вполне достаточно для выполнения процессов разной степени сложности. Высота катушки 50 мм, размер внутреннего диаметра 40 мм. Это позволяет работать с заготовками самых разных размеров. Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, вы нашли для себя полезный товар из нашей подборки. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Условия максимально просты. Нужно быть подписанным на мой канал, нажать на колокольчик возле кнопки «Подписаться», поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Как только мы наберем 200 лайков, я выберу победителя, который получит 200 рублей любым удобным путем. А результаты конкурса опубликую на своем лайв-канале. Я всем желаю удачи и до новых встреч!